Иногда приходит в голову дурацкая идея, но главное, что безобидная. Трамвайчик, трамвайчик, мы сейчас поедем на этом трамвайчике. Ой, это моя мечта. Какой он красивый, какой симпатичный. Прям очень такой интересный, такой исторический. Сейчас мы его догоним, а может быть мы увидим, где он останавливается, и обязательно прокатимся. Я так давно об этом мечтала. Вон он стоит, вон там. Вот. Блин, опять исчез. Наверное, не догоним. Вот мы нашли какую-то остановку. Здесь даже вроде бы есть информация, что останавливаются трамваи. Правда, трамвайные пути, они находятся на противоположной стороне. И как мы должны садиться в этот трамвай, я пока не понимаю. Ну, собственно, и трамваев на горизонте пока не вижу. Вот в это время выходные, интервал движения около 20 минут. Вот только что два трамвая проехали. Но мы на них не успели. И догнать их тоже не получилось. Я сейчас колдовать буду. Трамвайчик, появись, трамвайчик. Если бы ты знал, как я тебя жду. Трамвайчик. Ну, пожалуйста. Ну, не хочется сидеть 20 минут. Ура, он едет. Сейчас надо попробовать в него сесть. Ура, вы поехали. Мне кажется, трамвай – это отличный транспорт для путешественников. Едешь себе неспешно, маршруты проходят по местам известных московских достопримечательностей. Даже не знаем, какой номер маршрута. И чувствуешь себя сразу погруженным в историю. Едет достаточно быстро. Правда, очень громко все. Здесь телефон отдела кадров. 236-34-38. 236-34-38. Остановки буквально через каждые 100 метров. Вот он, наш трамвайчик. Я так давно хотела на нем прокатиться, но, может быть, не конкретно на этом трамвайчике, ну, в принципе, на этом виде транспорта, потому что я на трамвае ездила всего лишь один раз в своей жизни в Воронеже. Кстати, маршрут номер 39, когда мы в него садились, мы даже не посмотрели, какой это маршрут. Нам было все равно. Самое главное – попасть в трамвай и проехать на нем несколько километров или метров. Не знаю, он останавливался очень часто. Мне показалось, что через каждые 100 метров, ну, может быть, и больше. Пока трамвайчик номер 39.